Полицейские Югры показали стальной характер. Они приняли участие в экстремальном забеге, который посвятили 300-летию российской полиции. Самые спортивные стражи порядка из 18 отделений округа боролись за звание лучших. Команды формировали из двух мужчин и одной женщины. Испытания им приготовили, мягко говоря, не из легких. На протяжении трассы в 4 километра они преодолевали препятствия различной сложности. Смельчаки поднимались по наклонной скамье, ползли под колючей проволокой, преодолевали так называемую выжималку. Всего нужно было на скорость пройти 13 препятствий. И все это под дождем. Еще одно условие. Финишировать командам нужно было по возможности вместе. Отставшие выполняли бёрпи. В итоге первой к финишу пришла команда УМВД России по Югре. Серебро у полицейских Нефтеуганского района. Бронза у Нефтеуганска.